Добро пожаловать на просмотр нового видео, и сегодня будет РПшка по кар-паркингу. Да, знаю, не было давно видосов, я занят, времени мало, поэтому видосов стало гораздо меньше. Но ничего, вот уже настали выходные, и я готов снимать новые видосы. И первое видео это будет кар-паркинг. Как я и просил под предыдущим видео, вместо 30 лайков вы набрали уже более 40 лайков и нормально так просмотров. И вот, как и говорю, снимаю следующую серию. Как помните, мы переехали вот на такой вот лайде жить в этот дом, вернее, квартиру в этом доме. И нужно открывать свой бизнес, зарабатывать деньги. И вот нашелся один человек, который продает гараж для автомобилей. Такой большой, на 2-3 автомобиля, с мастерской, со всеми делами. Сейчас мы поедем туда, все осмотрим. Не знаю по какой причине, но даже не продавая оборудование из гаража вместе с гаражом, этот человек продал все оборудование. Конечно, это стоило недешево, но я все же купил. Вот. И сейчас мы вот поедем туда, посмотрим. Вот, как помните, в предыдущей серии я вот здесь вот остановился. Все, я уже более-менее исследовал город здесь. Так, давайте подходим. Садимся в машину. Так, у нас немного камера что-то сбилась. Так, ну вот, давайте заводим двигатель. И выезжаем с парковки. От дома это совсем недалеко. Так, давайте аккуратно выезжаем. Кстати, решил поставить графику покруче. Раньше у меня были низкие настройки, сейчас средние. Так, давайте больно быстро разгоняться не будем. Хотя машин нет, людей нет, но ехать, как говорил, не так уж и далеко. Так, сейчас будет поворот. Так, какие-то у нас здесь светофоры нерабочие. И вот, собственно, это мастерская. Вот, как и говорил, ехать совсем недолго. Так, давайте сейчас запаркуемся. Все. Так, давайте ставим ручник, глушим двигатель. Так, и выходим. Так, мы как-то странно стали. Так, ну давайте вот посмотрим. Здесь местность, рядом с домом прямо мастерская. Тут какой-то велик стоит. И вот, собственно, сама мастерская. Вот, кар-сервис. Да, здесь даже не на 3, а на 4 машины. Так, вот у нас здесь даже есть такая вот яма. Можем туда спуститься. Машину загоним, снизу посмотреть. Вот. В общем, все как полагается. Здесь у нас лежат инструменты. Даже инструменты не продавал. Все как было, так и есть. Здесь есть еще одна дверь, но запасная. Так, вот все, у нас висят инструменты. Даже есть колеса. Очень странно, что он не продавал оборудование. Надеюсь, у него не было проблем с законами. Так, здесь электросчетчик у нас. Вот, подъемник такой. Даже есть вот такой, на типа кран-балка. Вот ящик. Давайте попробуем. То ли подъехать сейчас и поднять нашу приору, посмотрим работоспособность всех этих приборов. Так, да что такое с камерой, уже второй раз. Так, давайте отъезжаем назад, заедем. Сейчас нужно ее, правда, еще опустить. Я вот так вот приравняюсь. Так, все, пусть опускаются. Так, ладно, поехала куда-то. Вот сейчас все опустится, и мы попробуем загнать ладу, посмотреть, как это будет выглядеть. Даже вот типа металлические такие площадки под автомобиль. Так, давай. Залазь. И будем пытаться заехать. Так, ну, вроде бы более-менее ровно. Так, ну давайте пробовать поднимать. Вот так вот отыгрывает, даже подвеска, колеса провисают. Ну, собственно, вот так вот это все выглядит. Такая вот крутая аэрография на нашей приоре. Вот, вместе с тенью поднимается. Так, просто тень прописана вместе с модельками авто. Так, ну и вот так вот мы можем ходить, смотреть, вот что у нас на днище, ремонтировать. Ну и все дела. В общем, так вот это все выглядит. Давайте побегаем сейчас вокруг гаража, еще посмотрим, что есть интересного.
Вот название, я думаю, менять не будем. Кар-сервис, и так нормально. Так. Давайте пробежимся. Здесь у нас освещение есть. Ну вот, мы практически с этим домом в упор находимся. Так, давайте. Кстати, заметил, вот мусорный бак есть, кстати. Ошибку, видите, у стены с этой стороны дверей нет. Двери нет, выхода. А, заходим в мастерскую. А тут дверь есть. Непонятно, куда в бетонную стену. Так, ну что ж, вот так вот это все выглядит в этом сервисе теперь. Благодаря этому сервису на моем канале появится новая рубрика, где я буду тюнинговать машины в карпаркинг. Вот. Буду делать на заказ это все. За деньги. Владельцы будут пригонять авто. Сейчас, конечно, нужно заниматься рекламой. Раскручивать это все. Ну, короче, будем поднимать бизнес вместе. Это сейчас у меня денежек так. 641 тысяча. Вот. Немножко в долг пришлось взять. Там половина моя, половина в долг взята. Еще нужно расплачиваться за одну машину. А какую машину, вы увидите в следующем видеоролике. Если это видео наберет 25 лайков, то сразу же выходит следующее видео. Вот такое короткое видео получилось. Если вам оно понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. И всем пока!